«Животный мир глазами детей» в культурно-досуговом центре на проспекте Шаумяна открылась выставка рисунка и фотографии «Зоовидение». Работы юных художников, школьников и воспитанников детских домов – часть городского фестиваля «Зооарт». Объединенные тематикой животного мира картины все лето будут выставлять на различных площадках Петербурга. Финальная экспозиция пройдет в сентябре в городском музее скульптуры. В основном это будут рисунки профессиональных анималистов, но часть зала отведут специально под детское творчество. Вот мы сейчас вот видели эти работы, ведь они все очень позитивные. То есть у кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Кто-то абстрактно вообще изображает какое-то такое фантастическое животное, но все они имеют позитив. Жюри конкурса – знаковые деятели российской культуры и общественной жизни. Режиссер Александр Сакуров, художник Виктор Тихомиров, ректор Академии имени Штиглица Василий Кичиджи. Фестиваль проходит в рамках городской концепции гуманного отношения к безнадзорным животным. Главная идея – пропаганда ответственного отношения человека к живой природе и домашним питомцам.